Вы только, друзья, посмотрите на эти наборы в магазинах. Пак с двумя героями, пак с двумя кумирами, с ума сойти. Какой сейчас месяц? Ноябрь. Всего лишь два месяца с копейками, и уже такие паки у нас FIFA. Я молчу про то, что сейчас у нас доступна какая-то сумасшедшая команда информов. Вернули у нас спешл карточки. Ну, понятное дело, к чему все это приурочено. Черная пятница. В магазине какие-то сумасшедшие паки. 83x10, какие-то сборочки, какие-то улучшалки. А это еще пятница сама не наступила. А в пятницу, друзья, нас ждет промо. Сколько контента у нас в игре. Вам не кажется, что есть небольшой такой переизбыток этого самого контента? Вроде и круто, что ты всегда можешь генерировать контент, а вроде как и ты думаешь, как быстро обесценивались золотые карточки. Ну, посмотрите, это вот самые дорогие карты, дороже 100 тысяч, но их осталось всего-то ничего. Короче, друзья, откроем сегодня вот эти вот два невероятных набора. Также на разогревчик у нас будут пики с информами. Посмотрите, какое количество я их накрафтил. Возможно, где-то там еще открою какие-нибудь пакетики. В целом у меня есть 3 аккаунта. На вот своем лакерном я накопил 80 паков. На своем донатном около 50. На бездонатном где-то 20. Все это добро я буду открывать у себя на стриме. Сегодня пройдет стрим где-то в 21.00. Ссылочка в описании. Переходите, фоловьте мой Twitch канал и ждите прямую трансляцию. Опять же, вот у нас выходит новая промо, и сейчас эти паки открывать, ну, как будто бы не имеет смысла. Да, у нас есть все там топовые информы и карточки из старого промо, но хочется новое промо, поэтому оставлю все это дело на потом. Ну и перед тем, как мы продолжим, хотелось бы сказать спасибо моим партнерам из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них есть удобнейшее мобильное приложение, а если вы еще пройдете верификацию до конца, получите фрибет на 1000 рублей. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужна EAFC, новые игрушки различные выходят, сейчас у нас черная пятница вовсю, ребята, много скидонов на классные крутые игры, так что переходите, ссылочка будет в описании. Я предлагаю начать с разогрева 8, да-да, ребята, сразу 8 пиков на Team of the Week. Во-первых, эти карточки нам нужны для сборочек этих самых СБЧ, которые выходят. Во-вторых, тут можно поймать Мбаппе. Первый пик тотов. Смотрим. Так, ну тут берем вот эту вот девчонку, которая, видимо, развлекается с человеком-невидимкой. Так, второй пик открываем. Смотрим. Так, Трипье либо Хумельс. Ну, Трипье у меня уже есть. Давайте заберем Хумельса. Окей, открываем третий пик. Смотрим. Так, ну пока что мы выше 85-го рейтинга не прыгаем. Ну и все карточки у нас чисто Фодерок. Открываем следующий. Опа, Гримальда. Это его максимальная версия? Или есть выше? Я не помню. Окей. Открываем следующий пик. Политан еще забираем 84-го. Так, ну слушайте, ну хотя бы одного игрока, который можно играть, а не только засовывать в СБЧ. Пока что мы таких не видим. Ну давайте, предпоследний. Опять эта девчонка, она мне уже падала. Так, ну и последний пик. Смотрим. Да, друзья, вот я и накопил, бля, 8 пиков. Ну, понятное дело, что они пригодятся для СБЧ, но хотелось бы что-нибудь играбельное увидеть. Поехали. Открываем. Тут вроде какие-то спешалки. Что происходит? Так, это что такое? Подождите. Я пик открыл? Так, окей, ладно, давайте не будем стопиться и откроем еще один пик за 600 поинтов. Посмотрим, что здесь у нас будет. Открываем и надеемся. Да говнище полное. Надежда — это тюрьма, я же на ладони написал, блядь. Нахуй тут надеяться на что-то хорошее. VIP-зона Коста-Рика. Вау, прикольно. Слушайте, я люблю всякие вот такие вот новогодние штуки. Возможно, вы подумаете, что я сумасшедший. Но я готов все это дерьмо выкупить и создавать себе новогоднее настроение. Погодка, благо, у нас уже хорошая имеется. Даже фоточки какими прикреплю. Это у меня на райончике снег вовсю сыпет. Какие тут варианты вообще есть? Есть такой вариант еще. Охренеть, сколько тут вариантов. Блин, какой мячик кайфовый. Блин, прикольно, прикольно, вся эта движуха мне нравится. Только почему это все называется вот так вот, как называется? VIP-зона Камерун? Вы что, ебанутые, что ли? Опять же, не сочтите меня сумасшедшим, но всякие такие новогодние штучки я люблю. Придают атмосферу. Так, ну что, друзья, на двух аккаунтах мы будем открывать. Давайте начнем, я даже не знаю, с чего начать. Вот как будто бы в героях шанс залутать что-то прикольное выше, потому что тут рейтинг 86 и выше. В кумирах до 88 рейтинга. Самое дорогое, ребята, что нам может упасть, это Патрик Вьера, Франк Рибери, Рио Фердинанд, Торрес, Вандерсар, ну и дальше уже идут не самые желаемые ребята, хотя вот ДСЕСН тоже неплохо. Естественно, я хочу с плашечкой, чтобы не сразу
ломать себе интригу, но потом мы двойной волкаут тоже вместе с вами посмотрим. Переживаю. 3000 поинтов. Ну, по ощущениям, как будто бы не так уж и много, да? Типа 3000 поинтов. Так, смотрим. Опа. Информ даже упал. А учитывая, как информы ценятся, это довольно-таки неплохо. Плюс и мобайл. Так, ну давайте смотреть. Первая карта. Опа, 89. А может быть это Вьера, блядь. Подождите, я его статы наизусть не знаю. А, не, сейчас забейте. Это точно не Вьера, это какой-то бомж. Хотя, подождите, это может быть Блан, либо Видич. Опана, Видич. Слушайте, а это круто, хочу вам сказать. У меня как раз-таки ЦЗшника не было. Конечно, талант не самый лучший у него для защитника, это подкаты, я подкатами практически не играю. Видишь, стоит 180 тысяч, это что-то вот между. А вот кто будет второй, ребята? 8-7 физуха, 53 защита. Бля, вот это вот говнище уже лютое, я убежден. Хотя дриблинг 86, может быть, я зря похоронил. 90 удары, так, вот. Много зависит от пейса, а это может быть Дрогба, вот я сейчас подумал. Это точно не Кантона. А вот если это Дрогба, было бы круто. 88. Уэйн Руни! Хо-хо, ребята! Хорош! Слушайте, а пак-то ништяковый. Ловите анимацию красивую, как она выглядела. Блин, ребята, я не заскамился. Это мой лакерный аккаунт еще, на котором мне часто везет. И Уэйн Руни, здравствуйте, почти 500 тысяч стоит. Я играл за его карточку, и в принципе, он мне понравился. У него мощный удар плюс, у него файносы есть. Он швидой может пробить. То есть у него таланты просто охерительные. Вау. Мое почтение. Честно, не ожидал, что сразу два игрока в основу мне упадут. Так, Кунде, спасибо за службу. Но мне в основу врывается Видич. Единственное, я вот не знаю. У Смит вроде все статы круче. Но я думаю, что благодаря талантам Уэйн Руни должен ебошить круче. Как их, мне их всех залинковать? Я не знаю, у меня тут еще Воллер на замене, блядь, сидит. Не знаю, как его пихнуть. Алан Ширер, который мне в прошлом видеоролике чуть приступ не принес. Балок у меня еще, блядь, у меня столько этих игроков, уже крыша едет, ребят. Так, а это герои, которые могут упасть. Женаля, Ди Натали, Туре, Лусио, Рамирес, Компании, Пеле, ну и прочие там говнари, которые стоят не шибко много. Короче, в паке с кумирами мне повезло. Давайте посмотрим, что будет в паке с двумя героями. Это безумие, я реально до сих пор не верю, что такие паки так рано появились в игре. Но, опять же, можно делать контент. Поэтому я его и делаю, надеюсь, вам нравится. Попрошу вас въебать Лукас за такой оперативный пак-опенинг. Открываем, все. Так, ну что, друзья, чекаем статки. Физуха 77, защита 45, дриблинг 86. Ну, скорее всего, это какая-то срань. Господи, боже мой, кто ты такой, Люмберг? С шокальной фотографией, бля. Следующий парень. Физуха 79, защита 42, дриблинг 83. Блядь, ну вот это стена, кажется. Это прям вообще, блядь, как плохо. Да, вот тут, конечно, нас объебали конкретно. Тут даже добавить нечего. Прям жутко-жутко выглядят эти два кумира. Виали, новый кумир. Ой, герой, бля, почему я говорю кумир? Но Ясин Херо нихера не стоит. У него абсолютно бесполезный талант. Троечка на финтах. Печально, что сказать. Собственно, вот они, эти ребята, слева направо. Все мои герои, которые падали на этом аккаунте. Самый дорогой пока что Фёллер. А в остальном, конечно, все ребята сомнительные. С кумирами чуть получше. Видич, Балок и Руни вполне себе играбельные. Гатуза и Ширер, конечно, говнище. Ну и не забываем, что Смит также мне падала в паки на этом аккаунте. Остальные 80 паков я трогать не буду. Опять же, напоминаю, что сегодня пройдет стрим на моем Twitch-канале. Ссылочка в описании. Вдруг кто-то начало промотал. В 21.00 будет масштабное открытие пакетиков. Так, давайте тут один вот этот вот пик откроем за монеты. 85 тысяч. Давайте, вскрываем. И надеемся увидеть что-то невероятное. Ля Казет, кстати. Это вряд ли тип что-то стоит, а Ля Казет, может быть, какие-то копеечки. О, господи, 30 тысяч, понятно. Забейте. Так, за 10 монет пак, ни хрена себе. Нормально, блядь. Ну, слушайте, за 10 монет поймать Донаруму, мне кажется, это неплохая сделка. На этом аккаунте давайте наоборот сделаем. Откроем пак с героем сначала, а потом с кумиром. Так, ну давайте смотреть. Первый герой. 69 физуха, 57 защита. Дриблинг, кстати, неплохой. 88. Передача 86. Удары никакие. И скорость 83. Ну, начало казалось чуточку более позитивным. Это у нас российский, блядь. Какая же уебищная у тебя фотка, чувак, блядь. Ладно, давайте вторую смотреть. Физуха 90, защита 91. Блядь, это может быть Лусио? Но есть подозрение, что это какой-то Коллер. 71, блядь, это Коллер.
Блять, у Коллера, кстати, практически все, блядь, таланты собраны в защите. Только вот крючка не хватает. Но проблема в том, что пейс 71. Ну, а так, в целом, конечно, Паком я недоволен. Еще и Банучи тут в дубликатах завалялся. Лол, а что мне с ним делать? Вот это было внезапно, кстати. Так, собственно, этот Банучи улетает у меня в пак 10.83. Но, опять же, открою его завтра. Ну, для вас уже сегодня, а для меня это завтра. Потому что я записываю этот ролик в четверг. Так, ну и на сладенькое, ребята. Оставили пак с кумиром. Давайте, понадеемся. Так, ну давайте смотреть. Первый кумир. 71 физуха, 45 защита, 82 дриблинг. Господи, кто ты? Ну это прям трагедия, катастрофа, я не знаю. Ларсон, 86. Блять, ну я надеюсь на второго. Физуха 79, защита 40. Господи, а ты кто? Что это, боже? Какая боль, какая боль, ребята. Вот на этом аккаунте прям вообще трагедия, блять, мирового масштаба. Ну это прям вообще две супер неиграбельные карточки. На том аккаунте, бля, ебать вышка. На этом аккаунте прям вообще дерьмище полное. Так, ну на этом аккаунте определенно точно с кумирами мне везет меньше, чем на прошлом. Хотя у меня тут есть Барнс. С героями дела обстоят чуточку лучше. Тут тоже практически все отлетели, но при этом тут падал Бролин. Во-вторых, это Смолярк, за которого я сейчас играю. Он, конечно, стоит 140 тысяч, но при этом, хочу сказать, карточка просто разъебистая, даже несмотря на 3-3. Ну и Альваран, мастер фланга, со своим пейсом 94, просто разваливает. Короче, ребята, вот такой вот видеоролик получился. Вскрыл самый... крутейшие паки в этой части FIFA. Опять же, у меня тут сразу три аккаунта, где куча пакцов. Сегодня будет стрим. Еще раз напоминаю, блять, этот ролик можно назвать рекламой сегодняшнего моего стрима. Ну а я, собственно, жду пятничного вечера и надеюсь, Мбаппе зайдет ко мне на огонек. Ну а если не выпадет, друзья, тут у нас сборочка есть на Мбаппе, которая стоит, конечно, 4 миллиона, но ничего страшного. Фодера у меня достаточно на своем донатном аккаунте втором. Я думаю, что я соберу. Я ни разу за Мбаппе не играл эту часть FIFA, но судя по статам и потому, как он разносит меня, когда я с ним встречаюсь, чувствую, эта карточка достойная будет. Жаль, конечно, что нет никаких талантов на реализацию, но они ему и не нужны. Кстати, швида у него есть. О, ребята, я швидой же хорошо научился бить. Поэтому, возможно, как раз-таки вот на стриме я и соберу. Короче, ребят, пишите, что думаете про этот видеоролик. С вами был я, Пандос Фиксающий. Оставляйте классные комментарии. Первые 250 я лайкну. И всем хорошего настроения. Чао, какао.